История Антоновской школы начинается в 1928 году в Рудне Антоновской с созданием 7-летней школы, а открытие нового здания с постоянной пропиской в Новой Антоновке состоялось 2 декабря 1997 года. Уже в 1998 году состоялось открытие филиала Дудической школы искусств с 36 учащимися. 17 мая 2005 года на базе школы состоялось открытие историко-краеведческого музея. Лучшие традиции сегодняшней школы закладывались тогда, а сегодня продолжателем их является творческий коллектив под руководством делового, энергичного, вносящего новые идеи директора СУГК Валерия Васильевича. Под его руководством в школе работают 23 педагога. Из них высшую квалификационную категорию имеет 10 учителей, первую категорию 10 учителей, вторую категорию 1 учитель и без категории 2 учителя. В школе обучается 112 учащихся. Кроме 4 классов начальной школы, в школе есть также классы группы продленного дня, оборудованные кабинеты математики, истории, физики, химии, трудового обучения и информатики, а также зал для занятий борьбой и спортивный зал. Коллектив школы работает в разных направлениях. Одно из них – идеологическое и гражданско-патриотическое воспитание. На базе школы прошел открытый диалог с БРСМ, на котором были рассмотрены вопросы организации работы ячейки в БРСМ в школе. Одним из основных направлений работы – формирование здорового образа жизни. Учащиеся школы успешно выступают на спартакиадах, на соревнованиях по волейболу занимают призовые места. Отдельные учащиеся входят в сборную района по волейболу среди учащихся. Свое место занимает экологическое воспитание. В школе есть экологический уголок, организуются походы в лес, поездки в экоцентр в городе Калинковичи. Кружковая работа представлена в виде кружков «Журналист», «Здравушка», «Мир фантазий», «Футбол», «Эстрадный вокал», «Юные инспектора движения», «Юные туристы», «Юные экскурсоводы», «Юный спасатель», «Юный эколог». Охват учащихся составляет 100%. Не последнее место занимает организация 6-го школьного дня. В этот день проводятся дополнительные занятия, консультации по предметам, различные конкурсы для учащихся. Кроме того, одним из направлений работы является олимпиадное движение. Учащиеся занимают высокие места по таким предметам, как русский язык, трудовое обучение, немецкий язык. Являются призерами не только районного этапа, но и областного. На базе школы проводятся районные методические объединения, например, по химии и информатики. В школе работает филиал Дудической школы искусств. Ребята занимают призовые места в районе, области и даже республике. Вокал и хореография – главное направление деятельности. Изюминкой школы является картинная галерея, которая была подарена школе во время ее открытия. Ни одна экскурсия по школе не обходится без рассказов о творениях белорусских художников. 7 мая 2005 года, к 60-летию Великой Победы, в школе был открыт историко-краеведческий музей, который состоит из 5 разделов. Из истории школы, солдатскому долгу остались верны, их подвиг бессмертен, из крыниц животворных и наша малая родина. В школе развита профориентационная работа. Учащиеся посещают с экскурсиями учебные заведения, представители же учебных заведений – частые гости школы. Выпускники 11 классов посещают университетские субботы Мозырского государственного педагогического университета имени И.П. Шамякина. Пусть все то, чем живем мы в школе, не пройдет, не исчезнет как дым, и останется в сердце до боли знакомый уголок, ставший всем нам родным. И запомнится радость и горе, наши чувства, тревоги, дела. Пожелаем друг другу успехов и любви, и добра, и тепла.